Не знаю, как камера попала мне в руки в первый раз, но когда это случилось... Больше я не мог с ней расстаться. Номинант премии «Оскар». Представители галереи Тейт отказались давать комментарии по поводу работы своей службы безопасности после того, как художник, известный как Бэнкси, сумел повесить одну из своих работ в пейзажном зале. И тут кто-то говорит, вот Бэнкси. Что за Бэнкси? Ну вот Бэнкси. Я говорю, ну какой-то хороший парень. И это я хочу взять у него интервью. Культовый фильм самого скандального уличного художника. Выход через сувенирную лавку 12 марта в 0:30 на 24 док.